подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Всем здорово, на канале Ведьмак, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Металл, мне почти 16-я серия игры под названием Архивы. Всем приятного просмотра. Да уж, предыдущая серия получилась прикольненько. Я столько раз затолкал, что это писец, блядь, эти гребаные... Блядь, игры меня поубивали, блин, много раз. Хоть я делал все так, как надо было. Стоял, сходил, смотрел в лицо, не убивал, не гасил, и все равно они меня убивали. Это был писец. Парника. Пойдемте, обшаримся, найдем то, что нужно нам. Нафиг. Опа, щит, сейчас поменяем противогаз. Вау, теперь нам много целый стал. И свалим отсюда, чертям собачьим. Да уж, блин, архивы. Блин, в архивах очень опасно находиться, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну какого хрена, а? Что? Что, я ничего не сделал, уже сдох. Подземное хранилище было жутковатым местом. Артемыч, я с тобой согласен, что это очень жутковатое местечко, а. Сука, опасно. Блин, надо учиться, конечно, не материться. Но, блин, только этим, наверное, не получится так делать, не материться. Да уж, блин. Ладненько. Дубль 2, сцена 2. Все, аккуратненько. Ладе. Паутинку. Все, смотри. Можно подзарядить фонарь? Вот, все было лучше видно. Ты же не понял, ты же кинозвезда. Твои батя, знаешь, сколько раз засветились, а? В предыдущей серии. Это был писец полнейший. Да тут только по-другому выглядишь немного, а? Да, как будто повысел. Просто я свет, пока... Просто я свечу на него, поэтому, а? Да уж, блин. Опасные такие козлы, а? Ваш ангел-хранитель мой. Храни меня. Опачи, надо взять. Ох, ебать, ему не повезло, а? Капец, так не повезло, руки ноги лишился, охереть. Эти ублюдки, опа, заметка, легко могут разорвать тебя на мелкие кусочки, а. Вау, заметка у тебя одна была. Да уж, кто они, библиотекари, мы придумали для этих тварей забавное прозвище, поэтому что они... А, незваные они были слишком кошмарны. Одно точно, это не... Звери. Понятия не имею, из какой глины их слепила радиация, но библиотекари чересчур умны для обычных мутирующих животных. Я вижу в их глазах проблеск разума, а что видите вы в наших глазах они, мы не знаем. Но если не бежать, не драться, а просто смотреть эти чудовища в глаза, между тобой и ними происходит что-то, и они оставляют тебе жизнь. Хотя и могут раздавить опытного и хорошего вооруженного бойца, как копа может быть, потому что, глядя в глаза людям, они вспоминают через силу, как им самим это было, как и сами как-то были людьми. Может быть, в принципе, я представляю, я и в Африке, если это реально были люди, а? Да уж, сейчас меня совсем хреновая. Блин, надо учиться быть внимательно и грамматично хорошо читать. Или как я, ваш шарик. Кстати говоря, всем огромное спасибо за поддержку меня, моего канала. Огромное вам спасибо, правда, вы очень помогаете мне. Это честное слово. Я постараюсь почаще выпускать видеоролики, а не как я это делал. Блин, через 6 дней, потом опять один видеоролик, это писец. Постараюсь через 2-3 дня их выпускать. Реально, надо делать так. Ладненько, пойдем дальше. Так. Штучки-дучки эти продам. Да ё-моё! Да нифига себе, блин, откуда ты появился, чертяга? Подземное хранилище было жутковатым. Ещё не то слово какое, оно жутковатое, особенно по библиотекарям, блин, а. Это эти мастера придумывать имена, ха-ха. Библиотекари. Охренеть, библиотекари еще и двое сейчас, а. Блин, опять этот придурок ко мне идёт. Извините, конечно, меня, что я так подыхаю, но я не ожидал, что он сзади, блядь, появится. Уже нереально было, на самом деле, разворачиваться. И прям в глаза ему смотреть. И представляю, если на самом деле они были людьми. Это капец, что с ним сделала радиация, а? Это ужас, блин, а. Честно, я не хотел бы таким стать, на самом деле, а. Правда. Я хотел бы стать, это может быть волком, бы, а.
драконом, тигром, медведем. Ну, блин, ну и обезьяной, крутые бы в третьей части, ну не таким, шьёп-мама. Ладненько, можешь я спокойненько возьму патрончики и дальше пойдем. Ага, спасибо вам, ты уже заметку взял. В принципе, тут одна заметка и была. Ой, почему он свалил? Я тоже пока, опа, нихера себе, сколько тут всего, блин. Опять же, нужно же прикольный чувака, реально, такой большой. Да, конечно, я взять его не могу. Блин. Да какого хрена, ну это заколебал ты уже меня, блин, а? Подземное хранилище было жутковое. Да, блин, Димарик, ты чистый лошарик. Больто реально достали уже, сука, блин, сука, можно, надо, вообще надо пошустрее все делать. Сейчас постоим, пускай он, сука, я, конечно, могу их попытаться убить. Но я патроны тратить не хочу. Признаю, сколько придется патроны потратить на них. Я не хочу быть хладнокровным убийцей, который налево и направо всех убивает. Вот, допустим, стражи, упырей. Блин, кикима. Их не вариант не убивать. Блин, их реально нельзя не убивать. А вот их можно не убивать. Если они по себе не нападают, если ты им ничего не делаешь. Самое главное, если смотрят прям лицо вот такими глазами, такими вот. Блин. Да уж. У нас погодка такая классика автобуса, реальника. Вот недавно я уже, в принципе, ездили в лес, я уже говорил, в принципе, еще видеоролик, все прикольненько было. Еще раз поедем, а. Вот на море я хотел сходить, но, блин, этот дождик шел. Не получилось. За погоды, а. Сходить на море. Ну, кстати, мы сходим, а. Да уж. Реально очень классная, прикольная игра. В принципе, ничего такого нету, кроме паутины, поэтому побежал я быстрее отсюда, а? Чтобы эти придурки меня не достали! Твою медь, ну ё-моё, а? Димарик, какой же ты чистый лошарик, а? Фух, блин, я думал, сейчас умру, а? Ну, зато быстро вниз спустился. Аккуратненько. Ух ты! Опять фонарь сдох. Ты же и упыри бегают, да? Блин, я понял. Ну, пожалуйста, задолбали уже меня. Не прикалывай, как они так рожу так делают. Это капец угар, а? Блин, да я тебя понял. А? Потом ты перезарядил, все. Нет, классная пушка Медаульмана. Короче, прицел не очень классный. Куда мне отсюда войти, получается? Получается. Ёбстую, сука! Составучая ж ты хрень, а. Твою медь, ну ё-моё, сука, не получилось убежать, а. Блин, а. Я, наверное, один такой лошарик, чтобы в этой серии уже хрен сколько раз сдох бы в самом начале, а. Для меня, наверное, блядь, кто видео проходили и говорил, чё, так не сдыхали, а. Почти даже упырь убежал. На месте упыря я бы смотался бы. Это интересно. А, нет, тут противогаз снимать нельзя, все. Уже же не все, уже понял. Я вас уже понял. Еще в предыдущей серии. Ты можешь, пожалуйста, просто взять и свалить. Да, свалить. Потому что ты тупо дальше мое время. Вот именно, иди отсюда, иди. Я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Все. Блин, надо по-любому вниз спуститься. Это ясно. Ступаться сюда надо идти, это факт. Это с самого начала понятно, что сюда. Нет, тут ты не пойдешь ни хрена. Не, лестница есть. Блин, ну я попробую подняться здесь. Во, во-во. Тут уже он точно не должен попасть. Никак. Офигеть, чувака, жалко, реально, а? В принципе, чуваков все. Офигеть, да? И пальцы поворачивают. Так, тут эта хрень не должна порваться. По крайней мере, я надеюсь на это, что он сюда не пролезет, а? Блин, как не попасть туда? Надо думать. Почти еще чувачок. Ё-моё. Ну, по идее, тут... Офигеть, он не должен пролезть. Ну да, по трубам, вот так вот мы проберемся. Типа вариантов есть несколько, да? Ладненько, надо сбежаться. Ой-ой. Реально прикольненько. Так, подожди. Получится, эта лестница нам
никуда не ведет. Ой. Лестница, в принципе, тупик, да, на самом деле. Поэтому идем мы уже ясно, что не сюда, а вот сюда. Тут ничего не сделаем. А где он? А, не показалось, тень просто его видна, видите, а? Или это моя тень? Офигеть, чувака тут жалко. Опа, черепок. Ну да, я в правильном направлении иду. Твою медь. Ё-моё, ошибаюсь, вы чё? Вы чё, совсем охренели? Ебать эти мутанты, блин. Опасные тварины, а. Сейчас сохранёчка. Так, отсюда я ничего не сделаю. Ничего такого нету. Перетаю менять не надо, с очага потерка можно снять. Оп. Чтобы не повредили, тут можно без него идти. Потому что я, знаете, как увидел-то. Время не тратилось на фильтре. Фильтры не заканчивались. Время так и стояло, значит, 4-15 я. Стоял, Артём уже начал задыхаться бы, если бы это было не так. Ладно. Подожди, фонарь. Пойдем дальше. Блин, каждая серия в этой игры такая уникальная и прикольная, а? Честное слово. Полюбился тут вниз. Только куды. Тут уже нужен противогаз. Недолго я без противогаза походил. Ага. Ясно. Блин, и кого вас двое, и кого мне бояться? Ой, кого мне в лицо смотреть? Ну, бог, блин. Слушай, что тут много всяких, как говорится, скелетиков. Фух, блин, вроде бы я успел. Как-то убежать. Но это не точно, блин. Ну, по лестнице надо идти, это явно понятно. Ну да, а только куда я выйду по этой лестнице, а? Блин. Не понял, сколько тут всяких тайников, шмальников, блин. Проходиков, блин. Ну, реально, они, блин, дофига мест есть, где они могут повалить, а? Да, и я могу, блин, пройти. Ну, я, в принципе, иду, думаю, совершенно правильно. Даже смотреть буду в карту, а да. По сохранечке ясно, что я иду в правильное направление. Опа. Опа, опачи. Нифига себе, он такой, думаю, дохлый, а он в итоге спал. Да, что бесит меня больше всего дневное освещение, чтобы свет то нормальный, то тут падает. То солнце есть, то солнце нет, да. Вот проблемки снимать будут, когда у тебя нет освещения. Но, в общем, при дневном освещении проблема. Снимать в том, что она может меняться. Вот здесь сейчас ярко, а потом темно, а потом опять ярко. Вот это тупо на самом деле. Тут я сниму противогаз и пойду. Какого хрена? Какого хрена, бред? Я противогаз только снял. Вот ты упырь, блядь, конченый. Пофиг, что у вас будет библиотека, и ты упырь. Сниму противогаз, а, да? Реально, чистая мразота, бля. Да, ты ещё, сука, прошёл сюда каким-то хреном. Ты ещё прошёл сюда, мне честно слово. Хотя, в принципе, да, ты можешь пойти. Ты ещё такой, прям, здоровый. Дверь большая. Вот поэтому мне, честно говоря, хочется купить себе получше освещение. Да, конечно, я пока начинающий ютубер, денег у меня нет, поэтому правильно, я пока себе освещение крутое позволить смогу. И как будет возможность, я хотя бы более-менее хорошее освещение себе возьму. Да какого хрена, блин, что я сделал? Ты придурок тупой. Блин, реально дебил тупорылый, а? Правда, возьму себе. Мне посоветовали прикольную штучку. Софтбокс называется. Но я понятия не имею, какой лучше выбрать. Ну, побежит, конечно, и вообще, чтобы он более-менее был хороший. Ты достал, реально, придурок, если тебя убью, а? Идиоты тупорылые. Тупой примат. Да, ты тупой. Угу. Весь ты достал меня уже. Видите, освещение тут падает так, то ярче, тут темнее, блин, весь. Блин, это было бы хорошо освещуха у меня. Я бы спокойненько бы записал видеоролик бы и ночью бы. Задолбал уже придурок, честное слово. Нехай бесить меня, дебил такой. Так, тут противогаз разбитый.
сука, да достал ты капец меня, блин, а. Типа, да сука, можно уже, блин, в одном месте сдыхать, блядь, по схеме, сука, раз. Я сейчас его реально с самого начала, блядь, грохну, а. То тебе вот тупо... Чё, блядь, он больной какой-то, бля? Походу, с мозгами не даже явно у них, а. Дебил, нормально, ничего не делал, тупо стоял, смотрел в него, ему в морду. Блядь, он тебя начал, блядь, меня гасить. Тупорывое животное. Ты тупой, да. Сука, я своих друзей встречал, твоих братьев. Ты тупой из тупейших, все тупой. Честное слово. Видите, я ничего... Он в любом случае будет гасить, он придурок. Все, я сейчас убью его, а. Чё с ним, одного из них я грохну. Все, достал ты меня, дебил тупой. Сейчас, сука, подпалю, а. Животное тупорывое. Идиот, она тупая, противогаз ничего повредил, а. Бать ты, сучка, блин, а. Ваника. Не получился, не увенчался успеха моя задача, которую я хотел себе сделать. То есть говоря, убить его. Потом я просто побегусь и все мимо него. Хрен тебе, сука. Ублюдская ты тварь. А может и не хрен ему. Пес он меня сбесил, сука. Куда мне вообще идти? Столько этих дверей и всего остального, а? Оба. А ты куда дверь ведет? А вот, вот этот архив. Да, я попал в архив, ну, прикольненько. Теперь надо какую-то фигнюшку найти, по-моему, план D6, а, если я не ошибаюсь. Ух, так, это не оно. Это ясно уже. Так, где же она может быть, а? Ну-ка, тут. Тут тоже нет. А, тут тоже. Тут. А тут вроде бы тоже нет. Тоже. Так, где же она будет, а? А, по... Нет. Да ё-моё. Нет, опять же не оно. А, всё, нашёл. Ага, вот она, D6. Совершенно секретно. Это следующая, серия будет под таким названием она у меня. Сейчас смотрится, нет этих придурков, приматов. Ты же говоришь, следующая серия D6. Она спарта. Я нашел планы D6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Не, походу, следующая серия будет называться «На Спарту» либо D6. В общем, потом поверим, а? Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, увидимся в новой серии. Всем удачи, до новых встреч, всем пока-пока!